В июне 2013 года я дебютировала на сцене Парижской оперы. Это событие для меня очень значимое, я этого очень долго ждала. Рассказать об этой премьере я бы хотела, начав с Пьера Лакота. Союз с этим замечательным хореографом, с этой легендой, я бы так сказала, мировой хореографии, состоялась у меня уже достаточно давно. Я станцевала в четырех балетах Пьера Лакота. Это «Сильфида», «Три мушкетера», «Дочь фараона» и «Ундина». Спектакль «Сильфида», который я танцевала на сцене Парижской оперы, был для меня не премьерой, я танцевала его раньше. Впервые я познакомилась с балетом «Сильфида» в постановке Пьера Лакота в Москве, когда Пьер привез эту постановку в театр Станиславского и Немировича Данченко. Пьер долго не мог определиться с главной ролью, с ролью Джеймса, потому что у него были идеи пригласить для этого спектакля Леонида Сарафанова, но он был занят. И Пьер вспомнил, что самая последняя постановка его «Сильфиды» состоялась именно в Гамбурге, в труппе Джона Наймайера. И тогда он пригласил этого замечательного танцовщика Тиаго Бардино, чтобы он участвовал в премьере. И я очень счастлива, что моя премьера состоялась именно с ним. У него очень яркая индивидуальность, он романтический танцовщик. Хотя я видела его и в других спектаклях, у него очень большой драматический талант. Он невероятно легкий человек, с ним очень легко общаться и работать. И, конечно, премьера была для меня незабываемой. В Париже для меня это был в первую очередь дебют на сцене Парижской оперы. Дебют в составе труппы Парижской оперы. Моим партнером был Матиас Эйман. Замечательный, молодой, очень одаренный танцовщик. С невероятно легким прыжком, с потрясающей техникой стоп, который великолепно выучен и блистательно танцует. Мне посчастливилось также быть знакомой и работать с великолепной балериной Гелен Тесмар. Она была первой исполнительницей балета «Сильфида». То, что сделала Гелен в этой роли, я считаю просто шедевр. Она невероятно легкая, невероятно красивая, с этими потрясающими подъемами, с восхитительно красивыми изящными руками. Но самое главное – это тот образ. Образ, который она создала и который она умеет передавать своим ученицам. В том числе и мне посчастливилось быть в ряду этих самых учениц. И я работала с Гелен над ролью Сильфиды. И хочу сказать, что благодаря ей мне удалось обрести совершенно новую героиню, совершенно другую Сильфиду, в корне отличающуюся от той Сильфиды, которую я танцевала прежде в постановке Августа Бурнанвиля.
Сильфида Пьера Лакота – это своеобразное сочетание всех достоинств и недостатков прекрасных дам. В образе Сильфиды равносильно красота, обаяние, нежность, воздушность и коварство, эгоистичность и некая такая инфантильность, которая разрушает жизнь главного героя, его невесты, его семьи. И, так скажем, Сильфида губит сама себя, не понимая того, в своей беспечности она совершает очень много нехороших поступков. И спектакль поставлен на совершенно иную музыку. Это тоже замечательно, потому что нет никаких отождествлений с спектаклем Августа Бурнанвиля. И, конечно, это очень французский спектакль. Танцевать в Парижской опере по приглашению именно этот спектакль – большая-большая ответственность. Это очень серьезно, потому что я, конечно, ощущала себя в кругу артистов, которые выросли на этой хореографии, которые изучали ее с самого раннего детства, и она им привита, и это, скажем, та гавань, в которой они чувствуют себя очень комфортно. Я тоже очень люблю хореографию Пьера, но все же я чаще танцую другие спектакли, и мне, конечно, хотелось быть на уровне, показать свою Сильфиду, которую мы приготовили с Гелен. Мне, конечно, хотелось показать ее на сцене Парижской оперы именно такой, какой она должна быть, настоящей французской Сильфидой. Это, конечно, непросто, потому что помимо технической составляющей, мне еще хотелось показать очень тонкий, нежный женский образ. Мне хотелось, чтобы он был проникновенным. Вот тот самый феномен русской души, загадочный, который так удивляет всех во всем мире. Мне хотелось, чтобы в моем спектакле это прозвучало. И я приложила к этому максимум усилий. И я очень благодарю Гелен Тесмар и Пьера Лакота за то, что они постоянно были со мной, помогали мне советом, помогали замечаниями. Пьер присутствовал на всех репетициях. Я, конечно, боготворю этого человека, который создает такую тонкую, такую изящную хореографию, такую неповторимую. И мне было особенно приятно, что Пьер пригласил меня поучаствовать в спектакле, который был посвящен ему. Это был первый мой спектакль, всего их у меня было три. Но этот самый ответственный, самый первый спектакль был посвящен его творчеству. И, конечно, огромное количество знаменитых, выдающихся людей, деятелей культуры собралось на этом вечере. И прозвучало столько теплых и приятных слов в адрес Пьера. Мне посчастливилось встретить хореографа Ирджи Киллиана. Мне удалось познакомиться с прекрасной актрисой Мариной Влади. Мне удалось поработать и посетить прекрасные классы Виолет Верди, балерины, которой я восхищаюсь. И в ее честь названа роль в балете «Изумруды», который я тоже танцую. И мне очень приятно, что мне удалось лично поработать с ней. И она, конечно, восхитительная. Она всегда полна силы и энергии. И это очень большой для меня опыт познакомиться с ней, чтобы в дальнейшем танцевать свою роль, которая называется «Виолет», уже вспоминая об этой прекрасной женщине. И, разумеется, этот вечер остался в памяти, это очень, очень большой для меня опыт. И, конечно, мечта, которая у меня была с детства, посетить Парижскую оперу в качестве балерины и обязательно на этой сцене выступить в спектакле, она состоялась.
Это был очень торжественный вечер. После спектакля, который состоялся на сцене Парижской оперы, был восхитительный ужин, который проходил прямо в фойе театра в этой неописуемой красоте. Мы с моим партнером Матиасом Эйманом обошли всех гостей. Это такой своеобразный ритуал подобных вечеров, которые проводятся в Парижской опере не так часто. И я была поражена этим созвездием личностей, которые пришли поздравить Пьера с его юбилеем и со спектаклем в его честь. Мне посчастливилось познакомиться с гениальным хореографом Ирджи Киллианом. Я даже не мечтала когда-либо в жизни увидеть его, потому что Киллиан не путешествует. И даже на свои премьеры он, как правило, не прилетает. Всю работу делают его ассистенты. И увидев его перед собой, поздоровавшись, я даже не могла поверить, что сейчас весь этот вечер я проведу в компании такого человека. И я никогда не забуду Пьера, с которым мы сидели рядом, и он обратился ко мне и сказал: «Помнишь, я говорил тебе, что когда-нибудь ты будешь танцевать на сцене Парижской оперы?» Я говорю: «Да, Пьер, я прекрасно помню. Представляла ли ты, что это будет именно так?» И я ему сказала: «Нет, я даже поверить не могу в то, что сейчас это происходит со мной по-настоящему». И мне особенно приятно, что это был спектакль в честь моего любимого хореографа и настоящего друга. Я даже очень горжусь тем, что Пьер Лакот и Гелен Тесмар как-то рассказали: «Ты наш ребенок, мы считаем тебя членом своей семьи». И это очень большая для меня честь, и это очень много значит в моей жизни, в моей карьере. Посещение Парижа — это всегда праздник. Я, конечно, была в этом городе не один раз, но именно в этот приезд я открыла для себя очень много нового в этом городе. Я посетила музей Родена. Предварительно я читала о Родене и уже давно интересовалась его творчеством. И, конечно, могла видеть его работы и в Пушкинском музее, и вообще в России. Но в Париже это, конечно, совершенно иное. Я увидела гораздо больше, чем я когда-либо видела. Меня поразили не только работы Родена, но еще очень заинтересовали работы Камилы Клодель. Этот скульптор, наверное, не так, конечно, знаменит, как великий Роден, но ее работы, они очень необычные, они очень теплые и несут какую-то историю. Мне очень понравилась работа «Болтушки», она просто удивительная. И это вообще совершенно необъяснимо, как в камне скульптор может выразить настроение человека, то, о чем они говорят. И это просто удивительно. Я любовалась и наслаждалась этим визитом. Мне удалось посетить православную русскую церковь на улице Дарю. Это историческое место, которое после революции стало местом, в котором собирались иммигранты, совершенно разные люди, которых, возможно, ничто больше не соединяло и не сплощало во Франции, кроме православной веры. Я увидела внутри иконы, подаренные различными людьми этому храму. В каждом была какая-то частичка теплоты тех русских людей, которые вдалеке от родины, наверное, очень скучали, и ностальгия которых очень выражается в этой
особенно теплой и горячей вере, которая сохранилась, несмотря на то, что они не смогли жить на своей родной земле. Но у меня было очень много воспоминаний из тех книг, которые я когда-либо читала, из фильмов, которые я когда-то смотрела. Ведь в этой церкви, например, венчался Пабло Пикассо с русской балериной Хохловой. В этой церкви отпевали Тургенева, очень почитаемого французами русского писателя. Исторически это место запечатлело очень много выдающихся людей. И вообще я очень рада тому, что между Большим театром и Парижской оперой существуют очень прочные культурные связи. И дай бог, чтобы они существовали дальше, потому что артистам Большого и Парижской оперы есть чему поучиться друг у друга, и это прекрасно.